прекрасные новости. Следующий уровень уже ждет. Там можно будет заработать больше денег и уважения, но не забывай. Соперники будут намного опытнее, а машину нужно будет улучшить так, чтобы она соответствовала требованиям. Даниил, вот мы и на месте. Добро пожаловать в джунгли. Сегодня все ставят на Трэвиса. Сможет ли кто-нибудь его обойти? Так, золото будет наше. Шестьдесят трамплин правый крутой. На левый крутой широко. Рот на левый крутой. 40. Яма, держись правее через трамплин. Яма, брод, правый средний. 60, левый плавный. 60, правый плавный через трамплин, левый средний через трамплин. Яма, брод, 60. Трамплин, 80. Трамплин опасный, яма, брод. 40, правый крутой длинный. Еле проскочил. Шестьдесят трамплин правый крутой. На левый крутой широко. Рот на левый крутой. 40. Яма, держись правее через трамплин. Яма, брод, правый средний. 60, левый плавный. Ничего страшного. Просто царапина. 60, правый плавный через трамплин, левый средний через трамплин. Яма, брод, 60. Трамплин, 80. Трамплин опасный, яма, брод. 40, правый крутой длинный. На левый плавный. Трамплин, яма, держись правее через трамплин, 60. Широко правая шпилька, 60. Трамплин, яма, левый средний, 60. Левый плавный брод, 40, опасно. Трамплин на правый средний через брод. 60, держись по центру. Держись по центру, через трамплин, 40. Правый плавный на трамплин, опасно, подброску щитов. Левый средний 80. Держись левее через трамплин, прыжок 60. Опасно, правый под 90, минус щитов 40. Бывало хуже. Левый плавный, держись внутри 120, держись по центру. Правый крутой, брод, правый средний. 40, левый средний, длинный, узко, держись внутри. Правый плавный, держись внутри. 60, арка на финиш. Поздравляю с победой! Это было блестяще!
Победа за нами! Трамплин-яма. Трамплин-яма. Большой трамплин. 40, правый, средний, узко, на правый крутой. На левый крутой профиль 40. Правый быстрый трамплин. Спуск 120, держись по центру. Левый быстрый, опасно, большой трамплин, прыжок. 40, правый крутой. 40, левый крутой. На левый средний через трамплин. 40, правый средний через брод. Правый средний длинный. Опасно, большой трамплин, прыжок на трамплин. 80. Подброс левый средний вдоль щита. На правый средний. Быстрый трамплин. Спуск 120, держись по центру. Левый быстрый, опасно, большой трамплин, прыжок. 40, правый крутой. 40, левый крутой. На левый средний через трамплин. 40, правый средний через брод. Правый средний длинный. 120. Опасно, большой трамплин, прыжок на трамплин. 80. Подброс левый средний вдоль щита. На правый средний. Трамплин, яма, левый средний. 100. Трамплин, держись по центру, 80. Брод на левый крутой через брод. 60. Просто царапина. Левый средний на правый средний. 60. Правый средний на левый средний. Держись внутри. 40. Правый крутой длинный на трамплин прыжок. 40. Левый средний на правый средний вдоль щита. 50. Трамплин, держись по центру. 50. Через арку 40 на финиш. Чистая плюс красивая езда. Эй, Даниил! Вот это я называю победой. Отличный результат. Азиатский X-Games. Самое значимое соревнование в Азии. Но тебе еще не хватает нескольких побед, чтобы попасть туда.
автогонщик собственной персоной, Трэвис Пастрана. Это будет шикарно! Тобой никому не угнаться! Невероятно! Тебе только что удалось открыть отличный новый набор раскрасок! Ты только что открыл кое-что особенное. Эй, Даниил! Отличный пилотаж в прошлой гонке. Только взгляни на эти новые гонки, ты постепенно зарабатываешь себе имя. Отлично! Я уже сказала ребятам, что тебя можно брать с собой. У тебя не должно быть проблем в Китае, так что поехали. Слалом немножко безумная дисциплина, зато она настоящее испытание навыков и скорости. Участники по очереди проходят трассу, стараясь проехать сквозь наибольшее количество ворот и показать лучшее время. Хорватия. Здесь все серьезно.
Так что не сбавляй газ и держись на трассе. Поведаю тебе один секрет. Если разбил машину, не все еще закончено. Можно перемотать назад время. Посмотри повтор. Выбери момент, с которого хочешь получить управление, и нажми кнопку «Возврат». Все просто.
Эй, Даниил, последнее соревнование было твоим триумфом. Так держать! Что насчет вызова? Задача проста. Нужно превзойти заданное время. Китай. Совершенно другой мир. Вот главный фаворит этой гонки. Хоть кто-нибудь сможет его обойти? Вряд ли. Но ведь можно хотя бы попытаться. Покажем, на что мы способны. Трамплин 40. Правый средний держись внутри, левый средний длинный. На правый средний длинный узко. 60 держись по центру. Правый плавный через трамплин на левый средний не резать. 40 держись по центру.
правой, держись внутри 80. Опасно тормозить, держись правее через трамплин. На трамплин. Держись правее через трамплин. Опасно, большой трамплин, прыжок. На трамплин. На правой средний через прыжок. Ничего, ничего. Продолжаем гонку. Правый средний через трамплин, держись внутри. Левый средний не резать. 150 узко вдоль домов, узко на финиш. Победа! Ты действительно умеешь ездить. Пришло время выигрывать. Опасно тормозить, большой трамплин, прыжок 40, держись по центру. Опасно трамплин, сразу правый средний. 40. Левый средний длинный, правый средний, еле проскочил. 60, держись по центру, на правый средний через трамплин. Левый средний длинный, 60. Опасно, правый крутой, не резать через узкий мост. Левая шпилька, подъем. 60, трамплин, прыжок. На трамплин прыжок левый средний. Правая шпилька, подъем 40. Левый средний длинный 60. Безукоризненно. У меня есть целая куча новых раскрасок для тебя. Эй, Давид, неплохо водишь. Достаточно чисто. Теперь тебе доступны новые соревнования.